Продолжаем наше видео. Извините меня, не могу пока я вместе видео совмещать. Ну, научусь как-то. Простите вы уж меня, если кто-то захочет меня посмотреть в первой части, как я готовила. Вот уже фасоль, как она у меня приготовилась. Сейчас я, наверное, уже готовая. Сейчас я немножечко попробую. Посмотрю, фасоль готова или нет. Подую немножко, посмотрю. Да, фасоль очень уже мягкая, переварилась хорошо. Добавлю я сейчас туда зелень. Петрушку еще в конце. Ну вот как-то так я и приготовила фасоль. Вот, девочки, вот такой суп сегодня у меня получился. Кому понравилось, ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал по возможности. Надеюсь, что научусь снимать большие хорошие видео. Места не хватает в моем кинето. Я удаляю то, что записываю, снова удаляю. Ну, вот как-то так. Ну, было бы начало, говорит, было, будет и продолжение, будет и конец. Пока сколько у меня силы есть, по возможности, я буду записывать. Будем кушать мы этот суп.